Опаньки. И все, и пошла запись. Ну вот, собственно, решили мы поиграть в Тетрис. И не в прямом эфире, а под запись. А, у меня геймпад выключился. Сейчас я его включу, создам, и все будет. Все будет, друган. Так, это нам надо мультиплеер. Мой товарищ... Ты приглашение кинешь или как? Да, я тебе приглашение кину. Friend match. Бля, куда я вошел? А, это connected. А, тут босс, режим босса есть, ладно. Так, invite Steam. LT. В общем, попробуем выяснить с ним, кто из нас круче. Это что за хрень? Разрешить. А ты что, меня выпер из этого стакана? Да-да. Пол ты нахуй. Ладно. Поиграем с этого стакана. Так, ну собственно мы против друг друга. Погнали. Ох, как я давно у него не играл. Пуэт, я тебе бы на пизды дал. Держом. Я ему впуе напиздыкал. А-а-а. Там вообще прикольно впуе, там втроем можно играть. И это охуенно в этом плане, что как пати гейм. Ах ты, блядь! Надо Т-спины как-то использовать, блядь. Запизделся. Т-спинами-то вообще имба. Но столько очей дают. Чё ты, блядь, хрустишь-то? Семечки жру. Тоже пора вырубать. Блядь, надо было больше. Это все, да? Да пиздец. Ну сейчас я разогревался. Я просто по принципу пуэ-пуэ другие камбухи делал. А тут, оказывается, надо дырки какие-то затыкать. Так что ладно, сейчас их будет нахуй. А Макс даже не видит, что там происходит, да, но все равно интересно. Да похую. Да как это похую? Че ты, блядь, вот такой пиздобол. Просто пиздобол. Так. Смотрим. Опа, блядь. А, ты ж не видишь, извини.
Не видел этого, нихуя жизни не видел. Так. Блять, мне надо раскрывать эту хуйню. Надо, Макс, короче, от говна расчистить эту планету. Так, блять, повесься. Ты знаешь, что за такие советы на Твиче банят, нахуй, вообще жестко банят. Блять, я зря сделал. Не, мне тут без варика. Блять. Ну сейчас я разъебу. Просто мне там не повезло немного. Сейчас я. Он сегодня в ФТ, когда заказывал, так же говорил. Нет, ФТ-то с аспирантом я нормально там ему пизделей навешал. Сейчас нахуй на пиздыкую. Бля, чё за хуйня? Одно говно, бля. Как? Я ж ничего, я практически не ошибался. Почему так-то, блядь? Не, Макс, ты хули не видел даже, блядь. Тут вообще, блядь, несправедливость полная. Я ничего, кстати, такого не делал, а меня, блядь, почему-то все выросло. Да, блядь, я не нажимал вниз.
ты не отобьешься. Отбился. Нет, блин! Нормально. Веща в руках. Просто пиздец, блядь. За... Как, блядь, у меня просто... Да, еще. У меня просто, блядь, из-за того, что криво она поставилась, блядь, и у меня из-за этого все дропнулось. Хотя я так-то тащил, это моя катка была, блядь. Да, просто... конечно. Не пуя-пуя, конечно. Ой, блядь, да там-то вообще нахуй пиздец всем. Пуя-пуя-то, блядь, там не для долбоебов. Ну да. Долбоебов. Да нет, везде. Долбоебов. Блядь. Вот под насрал. Как почему так много-то? Ну потому что вот так вот. Ты чего-то знаешь, чего не знаем мы. Да нет, блядь, все, пиздец! Палка, блядь, просто не поставилась. Просто, блядь, не поставилась. Она просто сразу. Это получается, ты опять не разъебал, да? Да какой не разъебал, блядь, я почти разъебал. Ты просто понимаешь, я задерживаю вверх, но поскольку она быстрее падает, чем я отпускаю кнопку, у меня палка еще так же, ну, блядь, быстро опускаю. Блядь, меня опять все хуево. Ёбнутое управление, блядь. То есть у Димона-то так же, да, получается? Да я не знаю, как у него, мне похуй, как у него. Я говорю, как, что я считаю. Ну я просто пытаюсь понять, вы в одинаковых условиях или нет. Ну, блядь, ну ты сам посуди, тут. Ты, блядь, чуть-чуть не дожал кнопку, не задержал кнопку, и все, и у тебя фигура по пизде пошла. И у Димона точно так же, да? Я получается? Не знаю, как у него пошла, блядь. Не знаешь, да? Ну, я не могу тут засунуть, блядь. А как в этих ситуациях делать-то? Слышал песни тараканов, плохие танцоры, блядь.
Да какие плохие танцоры? Как ты так быстро читерил там? Я просто не смотрю на твою. Блядь, матч только начался, он там, блядь, две этих потом построил. Потом посмотришь в записи. Да, блядь, это пиздец какой-то. Записываю. Просто хуйня, блядь. Хуета, блядь. То есть кипиш имбой играет, да? Да при чем тут имбой, блядь? Просто управление, блядь, я не знаю, оно какое-то иннерное. Ну, у него же такое, блядь, же, нет? Да он-то привык, блядь. У него другое управление. Я привык... Он чит на управление скачал. Он... Я к брикбигейму привык. А Димон годами, да, играет в эту игру? Я ну, так у понял? Него там уже дохуя читов, на самом деле. Ну вот он опять какую-то хуйню наделал, блядь. Я сейчас все правильно делал. Вот просто, не, блядь, оно не это. Не, ну понимаешь, что дело не в нем, я понимаю. Да ты вообще не видишь, блядь, помалкивает там, блядь, хуйню собирает. Вон иди там, от Аспа пиздюлей получай, блядь, ты это хорошо умеешь. Кто там, Атавель? Блядь, опять вот кнопку задержал и все. Как ёбнуто работает. Не получается, да? Да, блядь, он и не получится с таким управлением. Да попроси у Димона чит тоже на управление. Да какой, блядь, чит? Не собирай хуйню, блядь. Просто не собирай хуйню. Иди его от пиздюлей, от Авеля там получай, вот от всех. Это, в этом ты мастер. Он пытается меня принизить тем, что я от Авеля пиздюлей получил сегодня. Ты посмотри. Ну так а что там, блядь, от Авеля пиздюлей. Очень старательно. Получил. Еще раз повтори, я просто не очень понял. Ну, блядь, вот поймешь. Ну ты-то ФТ у меня выиграл, поэтому имеешь право. Да я и не старался с тобой ФТ выиграть. Ну это понятно. Да там и управление ебаное, опять же. Нет, там нормально. Бригейму, а там хуйня, блядь. Чё тут бригейм? Ты такой хуйню знаю. Просто ебанутая просто хуйня, блядь. Просто ебанутая хуйня. Уёбки делали, да, сучары, блядь. Чё, ты уже стрик победил? Я, блядь, нихуя тут не победишь, он потому что именно в те моменты. Он кого-то ждет, блядь, вот специально ждет. Сейчас поверю. Чего жду, блядь? Не знаю, когда у меня именно на высоте, чтобы ты стукнуть, и у меня... Да. Ты охуел, не можешь дать, что ли, блядь? Просто, блядь, просто играю, я не жду. Да ты пиздишь по-любому, не, нахуй, подкарауливаешь там, чтобы стрики, блядь, наебать. Именно в тот момент, когда у меня на пике все, и там надо именно, блядь, меня уёбок, одной сучара, тычкой добить. Блядь. Хуетой его побеждаешь? Вообще полной хуетой, я тебе отвечаю. Давай, кошак, в игру, сейчас... Покажи. В игру, пошли уже кино смотри. Бля, ты должен разъебать, кто-то должен его разъебать. Он смотри, там сидит, никто, ржет. Ничего, никому не должен. Ну ты такой трус, блядь, такое очко ебаное. Это, Иван. Хуй соси, губой тряси. Пиздец. Такое сыкло, блядь. Так. Блять, вот он, я пока, блядь, одну складу, он там уже, блядь, бух-бух-бух. Так ты клади не одну. Так я не могу ни одну, тут управление, тут чуть задержишь, блядь, и у тебя по пизде все. Прям по пизде? Да еще по какой, блядь. Пиздец, нахуй. Харада, пидорас, да? Тут не Харада, тут уже, блядь. Неважно, Харада все равно. Тут пажет на. Сейчас я его разъебу. Блядь, отвечаю, сейчас ему пизда. Нормально, ебанул. Ебанул так ебанул, блядь. Блядь, ну как она не дошла-то, блядь, я ж прожал все. Да как? Вот что это сейчас было, блядь? Вот сейчас хуйня вот. Нет, блядь, я не знаю. Тут из-за коннекта оно или что, блядь.
Ну я нажал два раза двинуться, блядь. Оно у меня двинулось один. Пиздец, блядь. Ну нет, реально какой-то input lag или что, блядь. Ну я два раза тыкнул, блядь. У меня он один раз передвинулся. Пиздец, конечно. Просто, блядь, пиздец. Просто пиздец какой-то. Ладно, не расстраивайся. Да, блядь, это какой-то, какие-то ебанаты делали игру, блядь. Вот что, да, блядь, как она... Сучары, блядь. Хуету сделали, да? Не, надо заново. Зачем? Ну потому что у меня тут уже по пизде все пошло. Ну а я-то здесь при чем, блядь? Так, блядь, потому что... Ну потому что игра такая, что, блядь. Коннект, я не знаю, почему. Вот так вот, да? Не специально же я вот так, блядь. Я не знаю, зачем это делать. У тебя хобби такое просто. Да не сюда, блядь! Слова твоей подружки? Да. Не туда, да. Типа, ну куда? 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 Что это, блядь, было? За дерьмо пруду, блядь, опять. Да у меня все равно не получится, у меня палок нет. А нахуй это нужно? Палки какие-то. Их тоже нет. Иван. Да в пизду. Никого нет. Ты уже Димона разъебал? Не, я не стараюсь уже разъебывать. Мне реально фигуры, блядь, иногда падают сами по себе. Гравитация? Хуяция. Мысли сами по себе. Ну вот, вот потому что я играю, у меня хоп, она упала, блядь. Я не ебу, из-за чего это происходит. А, так ты настройки поменяй хотя бы, чтобы у тебя сбрасывалось. Не... У тебя как сброс? Вверх, да, получается? Ну да. Да? Ты поменяй на РТ, например. У меня вот на РТ поменено. Но это намного удобнее. У меня непривычно. У меня на РТ, если буду делать, у меня, блядь, я привыкать к этому буду год. Блядь, да это намного удобнее, чем вверх, ну поверь мне. Вот это вот меня тоже бомбило постоянно, что они падают. Когда вот, ну, то есть ты играешь влево-вправо, и херак она падает. У меня также с геймпада было. У меня и на РТ, ты? Или еще на что-нибудь другое. Ну, на РТ удобно, на самом деле, со временем становится. Где тут опции-то, блядь? Поэтому ты и бомбишь, что у тебя, конечно, они падают. У меня также вот было. Вот. Customize controls. И получается hard drop. Видишь? Ну, РТ. А что у меня было на РТ? Оно... РТ и ЛТ, оно одинаковое же было, да, по-моему, вот это, активация зоны? Нет, ЛТ это Activate Zone, да, это... Нет, Activate Zone это ЛТ. Это, получается, ну, вот это вот, имба. Ага. А РТ это вот hard drop. Ну я поставил на РТ, потому что ну реально удобно. Как а раньше что РТ было до этого, до перестановки? Да ничего не было РТ. А ну ладно тогда. Она не привязана, вот было hard drop это вверх. И это реально неудобно. Угу. Ладно. Так. Все, больше не будем играть. Почему? Сейчас будем. Сейчас мы пойдем в этот. Да. Классик. Да, я в классике-то профессионал. Там же Гибрид Гейм. Давай. Там как Бриг Гейм, Макс. Бриг Гейм. Блять,
Чё, я не помню. Не, ну ты прям классик, классик или просто скоро так? Классик, 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 классик. Классик. Вот. И классик. Ну классик это прям классик. Прям из классик при классик. Ну в классике не работает быстрый хард. Ну, хард. Ну, быстрый. Ну я брос. Понимаю, я понимаю. Фигуры. А, ты решил тут наказать, да, типа, здесь-то ты точно все сделаешь. По красоте. Давай. Да я всегда все по красоте, просто игра ебаная. Так, сейчас все будет нормально. Вот так вот, да? Ну да хули, если они там сами падали, блядь. Котяра сидит там, блядь, и ухмыляется, что а, у меня западает, а я-то Авелю проябываю нормально. Макс, вообще молчит. Я погнали. Кино смотрю. Че у тебя? Я говорю, я пошел кино смотреть, блядь. Да какое кино ты пошел смотреть? Ты, блядь, сейчас слушать будешь, да? Как я побеждаю, нахуй. Да, блядь. Ты слушать, как Стрик истерит, что у него нихуя не работает, потому что он просто лоу-скилловый, блядь, уебан. Да, Костя, ты чё, ты охуел? Вот, блядь, чё? Сомнительное удовольствие. А ты куда вышел? Пригласи еще раз. Чтобы загличило. Блядь, о. Ну, это тоже весело. Чтобы не послушать. А, или ты уже наслушался вот этого всего, да? Ну, это чё, блядь? Ничего он не слушался, он хуй пиздит тебе, сидит там, блядь, хуйню всякую. Так, все, сейчас максимум концентрации. Макс свалил. Нет, я здесь. Я проверяю опять трансляцию. Опять такая же хуйня, как вчера, ровно. А то же самое, да? Да. Как это, блядь, работает? Ну ты пока потом поразбирайся, как оно работает, а мы пока тут это зарубу нашу. А Димон тебе в АКС защику напихает, правильно я понимаю? Нет, тут не тот режим, понимаешь, что вы... Тут понимаешь, что тут ему уже нечем. Нечем, блядь. Давай посмотрим. Сейчас послушаю я по твоим воплям. Блять, при этом Дискорд опять вот так же зависает, блять. А что это за хуйня вообще с Дискордом? Да это может с компом твоим. Да это не комп, это твой. У нас же обоих вчера так было. Нормально. Нет, именно с Дискордом, да, что-то. Да, именно Дискорд, и он прям виснет. Напрочь. Я вот опять разговариваю, все нормально, вас слышу, а он все висит, я ничего не могу сделать. Плюс 2500. Все нормально. Блять, я не туда. Тут, конечно, тоже попривыкнуть надо. Хитман. Сегодня 300 рублей, которые выиграл в турике, сказал оставить на призовой фонд турнира, который в субботу. И какой у нас уже призовой фонд? Ничего, если мы будем до 4 докидывать, то 4300 вместе с этими. Ладно. Транслировать-то кто будет? Тур я? Или ты? Не знаю, посмотрим. Просто чтоб хоть один... Хоть одно ебало, чтобы с вебкой было, тогда, наверное, лучше ты тихо, да. Кого-нибудь будем звать комментировать? Если кто-то попросится, то как бы не откажемся. Там смотреть будем на стриме уже. Аспа можно позвать. Надо будет еще подкачать свою Рейвен.
нормально. Сейчас ребут на себе. Давай. Ребушка. Хуюшка. Тут тоже нормально. Слышал, да, у меня тоже. Это тебе пизда, это тебе пизда уже. Блять, она не докатилась, прикинь. Ну ладно. Нормально. Думаешь? Да. Догони. Да куда спешить? Ты сам себя убьешь. Так что у меня потом будет много. Какой у тебя хитрый план? Вы ж все, блядь, как придурочные, несетесь нахуй, куда неизвестно куда. А тут ведь надо, блядь, в долгую играть. Надо силы-то свои под конец оставлять. Чё он за хуйню несёт? В смысле? Какую хуйню, блядь? Да, мы тут вообще-то тактику обсуждаем, до которой ты не дорос, блядь. До которой... Обсуждаете-то вы понятно, что тактику. Я имею в виду конкретно ты, чё за хуйню несёшь? Ой, блядь. Все ты, сука, не понимаешь. Опять такая же хуйня. Да что за залупа-то, блядь? Ну так хули, блядь. Авелю бы не проигрывал, и было бы все нормально. А так оно уже. Макс, рули на рудрейкер тогда. Мне просто, блядь, мне хочется разобраться, я не понимаю, что это за ебала. Ну, я тоже не понимаю. Причем, ну, я. Ну, мы же вчера досмотрели, и у нас потом все стало хорошо. Ну, это специально, потому что эти, ну, подумали, что они досмотрели, теперь можно включить нормальный режим. Чтобы эти халявщики. Может быть, это зависит от нагруженности на Discord пользователей, да? Да. От чего? Ну, то есть, мы когда закончили, ну, от нагруженности на Discord пользователей. Ну, это баг такой, ну, типа. Не вывозим. А, что много сейчас народу в Дискорде вообще в целом? Да. Потому что у нас же под утро все нормализовалось. Может поэтому, ну. Да, по-моему, круглые сутки в Дискорде дохуя народу, поскольку там часовые пояса. Да не может быть, что круглые сутки. Ну хотя, с другой стороны. Ну да. Америка-то что, они мы ложимся, они просыпаются. Короче, херово, понятно. Иван, догоняй уже, заебал. А что догонять-то? Ты давай убивайся уже. Сейчас ты так разыскаешь. Вот немного поиграю еще, ты не хочешь? Нет, ты должен уже выпилиться, поскольку у тебя там уже пиздец, нет. Я смотрю. Не, ну я чуть поиграю еще. Ну чуть-чуть, да. Как тебя подразнить?
Блядь. Да нет, я же переворачивал ее, да ёб твою душу, а. Да нет, я же крутил, блядь! Управление говно, блядь! Да как? Да, блядь, она не двигается, нахуй! Не двигается? Нихуя не двигается, блядь! Пиздец! Она пола только касается и по полу не едет, блядь! Да это ж классика, Ваня, блядь! И чё, блядь, нахуй не это... Бригейм не ездила! Бригейм не ездила! Нет, ездила там, ездила точно! Нет! Да! Нет! Да! Макс, ездила Бригейм по полу? Ну, когда фигурки касались. Макс просто покинул нас. В Бригейм не помню, кстати. Не, Бригейме не ездили. Если без ускорения, то двигалось, там у тебя было время. То есть у тебя по факту, когда он уже коснулся, это он еще висит в воздухе. Потом следующий шаг, это уже падает. А тут не знаю. Но здесь быстрее. А если скорость? А если скорость, то, ну, соответственно, ну, у нас маленькая скорость была. Тем меньше у тебя времени. Так, блядь, как... Сдвинуть. Я должен был, блядь. Я держу в бок, как бы, на максимуме. Она быстрее не может. Она не успевает до стены дойти даже. Блядь. Как я должен был... Ну все, проиграл, смирись. Да это, блядь, давай, не я проиграл, это игра ёбнутая, не это самое, блядь. Ну... Не работает не так, как надо. А хули, я из-за ошибок, я все сделал, делал правильно, пока игра меня не стала подводить. Я начал... А игра это стала подводить? Ну, потому что я рассчитывал по полу. То есть твои кривые пальцы... А куда я мог, блядь, если я жму в бок, и она до стены не доезжает, падает уже на эту... Ну, на пол. Не, ну понятно, да, Вань, конечно. Так-то, ну, учитывая, что блядь, я... Блядь, ну кривая игра, да. Учитывая, что я проиграл позже, я затащил практически. Ну, мой план сработал. Ну, я просто разумеется, чуть-чуть, разумеется. Я просто да. Чуть-чуть не успел очки набрать нужное количество. Ну, конечно, но... конечно, да. Так-то я затащил. Макс, ну, это... Ну, так-то бы, конечно, затащил. Ну, бы, Макс, да. Говори, объявлять меня будешь, это, мастер классического режима Тетрис, все. Фу, ладно. Кто тебя чё где объявлять? Все, забудь нахрен. Прослушал в самое эпичное, блядь, просто как всегда. Нет, я просто не так планировал. Я планировал то, что типа, что главный хуесос Тия Руси. Ну, это уже обидки пошли. Не, почему обидки? Так, ну что, ну вот такой вот видос у нас появился. Ну, тебе объективно за щеку Димон насовал сегодня за весь вечер. Какой? Я сказал свою причину как. Ну вот, в общем, у нас видос получился. Ну, это оправдание. Это оправдание. Ну хорошо, скажем, Димон молодец. Он показал класс. Ну, действительно, его часы, ну, он привык к этой игре уже. Он много часов наиграл уже в этой игре. У меня там сколько там? 10, наверное, с чем-то всего. А у него там уже, по-моему, 60 или сколько-то. Ну, до хрена. Поэтому, ну. Вполне ожидаемый результат в том плане, что, ну, блин, у него уже привычка к этой игре. У меня такого нет. Я больше соображаю в Пуэ-Пуэ, например. Но Пуэ-Пуэ мы не записали. В следующий раз сделаем видос по Пуэ-Пуэ, и там я всех порву, вот, блядь, вообще просто нахуй всех разорву. Ну, а пока вот такие вот дела. Будем
Будем работать над скиллом, будем привыкать к игре, к ее механикам, которые неудобные пистами. Но в целом... Нормальные. Ну как мы нормальные? Ну я тебе говорю, вот иногда вот оно вот прям касается и не едет. Не едет, не едет. Это вот тоже надо вот это вот привыкать, и это очень сложно. Ну ладно, будем стараться. Будем стараться, пацанчики.